Вас приветствует канал «Путешествия» на Алтай ТВ, где показывают съемки с дрона природы с разных мест Алтая. Приятного просмотра. Полетели. Слияние Чуя и Катуни. Смотровая площадка у слияния рек Чуя и Катунь. Открывается потрясающий вид на реки. Легкодоступна для любого вида транспорта. Находится недалеко от Чуйской трассы. Две величественные реки, две святыни горного Алтая, Чуя и Катунь, они должны были обязательно встретиться, и это произошло именно здесь. Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае. Данное место даже получило свое собственное имя – Чуйозык, что в переводе с алтайского – устье реки Чуя. К этому месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки вдохновляли и очаровывали. Понравилось видео, подпишись и поставь палец вверх или вниз. Если не понравилось, пишите комментарии, отвечу на любые вопросы. Всем спасибо, до новой встречи.